Искитим для меня дорог, я его люблю, как и все остальные. Ну и поэтому, конечно, этот день должен запомниться. Всем своим друзьям, всем жителям города хочу поздравить с этим праздником, пожелать счастья, добра и мира. Для нас Искитим – это малая родина. Это родина наших родителей, наших детей. Самое главное – спокойствие, чтобы было спокойно. Также продолжалась наша жизнь, текла умеренно, спокойно, чтобы люди жили дружно, с улыбкой как бы на лице и верили в будущее, потому что вера для нас сейчас очень много значит.